Всем привет! Продолжаем рассматривать скульптуры, картину Франциско Артура Марин. «Отчаяние», 1954 год, бронза, 37×28×28. Предметом интереса Франциско Артура Марина становились вечные темы и непроходящие проявления человеческих эмоций. Воятели вдохновляли работы, созданные древними мастерами, с их обобщенностью форм и компактностью объемов. Скульптурная группа, состоящая из двух женских фигур, выполнена в экспрессивной манере. Тела упрощены, их пропорции выглядят укороченными. Ступни и кисти рук подчеркнуты широки. Сидящая женщина застыла, уткнувшись лицом в колени и обхватила голову. Ее скорченная фигура выражает глубокое отчаяние. Другая героиня, несколько ниже ростом, обнимает ее за плечи. Кисть стоящей заметно меньше, что может говорить о разнице в возрасте у изображенной. Лица сидящей женщины зритель не видит. Крупные черты девочки выражают скорбь. Созданный образ передает чувства, испытываемые персонажами. И горе, и единство перед бедой. Ну вот такое описание к работе «Отчаяния» Франциско Артура Марина я нашел в интернете. Пользовался текстом «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания, смотрим работу.